слышите эту прекрасную льющуюся мелодию? Угадайте, на каком инструменте она исполняется? Подсказка! Этот инструмент – король лирических настроений. Его голос похож на пастушью свирель. А потому русские композиторы часто поручали ему соло в оркестре, когда хотели передать дивную красоту русской природы. Догадались? Правильно, это гобой. Об этом необычном выразительном музыкальном инструменте с неповторимо красивым тембром и пойдет сегодня наш рассказ. Недавно я как раз получила письмо с вопросом про гобой. Здравствуйте, Виолетта Модестовна. Мой двоюродный брат – профессиональный музыкант. Он играет в симфоническом оркестре на гобое. Расскажите, пожалуйста, про этот инструмент. Я тоже хочу заниматься музыкой, но пока не выбрала, на каком именно инструменте. Может быть, как и брат, на гобое? Николай Смирнов, 10 лет, Санкт-Петербург. Дорогой Коля, надеюсь, посмотрев нашу программу, ты утвердишься в выборе гобоя и быстренько приступишь к занятиям. Гобой – инструмент с богатейшими возможностями, и чем дальше ты будешь общаться с ним, тем глубже будешь постигать его красоту. Итак, сегодня я хочу несколько нарушить традиции нашей передачи и предлагаю вам сразу же отправиться на урок, где юные музыканты обучаются игре на гобое. Там мы услышим звучание инструмента и узнаем все его секреты. А попутно я расскажу вам о его истории. Итак, вперед, друзья мои! Мы находимся в колледже музыкально-театрального искусства номер 61 Галины Вишневской. И сейчас попадем с вами на урок к педагогу по гобою Марии Александровне. Замедление небольшое. И уводи инструмент вниз, а не наверх. Здравствуйте. Здравствуйте, Виолетта Модестовна. Не помешаю? Нет. Мария Александровна, расскажите нам, пожалуйста, о своем замечательном инструменте гобое. Ну, что я могу сказать о гобое? Гобой в переводе значит «высокое дерево». Дерево, потому что он изготовлен из черного дерева, довольно дорогостоящего, в связи с чем наши инструменты, конечно, по цене гораздо выше, чем какие-либо другие духовые инструменты. Особенностью гобоя является двойная трость, которая изготовлена из обычного тростника, который выращивается на юге Франции, под солнцем, который потом долго засушивается, хранится в течение многих лет. И только после этого он готов, собственно, к тому, чтобы мастер, либо сам гобоист, либо мастер, который занимается этим специально, изготовил трость для музыканта. Древнейший предок гобоя – первобытная свирель. В ней источником звука был обыкновенный свисток. Он вставлялся в тростниковую трубку с отверстиями. Дуя в свисток и перекрывая отверстие, древние пастухи играли на свирели нехитрые мелодии. А в античной Греции ни один праздник не обходился без авлоса – духового инструмента с двумя трубками, в которые музыкант дул одновременно. Первая трубка издавала монотонный, не меняющийся звук, так называемый бурдон. На второй трубке исполнялась мелодия. При этом музыкант перекрывал ее отверстие пальцами, извлекая звуки разной высоты. Источником звука авлоса служил двойной язычок – пара плотно прижатых друг к другу камышовых пластинок. Сегодня он называется тростью. А благодаря вдуваемой струе воздуха в трость получается красивый и неповторимый тембр инструмента гобоя, который, собственно, использован многими композиторами в музыке и который не может оставить, мне кажется, человека равнодушным к его звуку. А на трости можно сыграть? Конечно, но звук получится несколько не тот, на который вы могли бы рассчитывать. Похож на утку, мне кажется. Да, несколько, на кряканье. Я работаю в оркестре и часто вижу, как в паузе, в перерыве гобоисты все время точат трости. Зачем они это делают?
Да, к сожалению, это неизбежно, потому что от трости, которую изготовит сам гобоист, напрямую зависит тембр инструмента, красота звука. Чем качественнее трость, тем легче гобоисту играть, и тем красивее будет звучать его инструмент. Поэтому мы вынуждены постоянно, это перманентное наше состояние, точение тростей, постоянное переживание по поводу того, играет трость или не играет, киксует, не киксует, и насколько легко извлекаются звуки. Еще один предок гобоя – шалмей – пришел в Европу из стран Ближнего Востока. Прочно обосновавшись в Европе, шалмей породил целое семейство язычковых духовых. В их числе бомбарда. Она-то и явилась непосредственным предком гобоя. Как самостоятельный инструмент, гобой появился во Франции в 17 веке. Звук гобоя то нежный, то веселый, игривый, очень быстро прижился в ансамблях и оркестрах. Расцвет исполнительского искусства на гобое пришелся на эпоху барокко. Для гобоя писали многие композиторы. Можете ли вы что-нибудь сыграть из этой музыки? Я сыграла вам отрывок из сонаты Антонио Вивальди «Липострофида номер 6». Гобой – французский инструмент. Но почему же его так полюбили русские композиторы? Вы знаете, тут, наверное, несколько причин, но прототип гобоя, как нам известно, были разные инструменты. Свирель и жалейка также входили в состав многочисленных инструментов. А жалейка, собственно, она у нас была распространена на Руси, а свирель вообще до сих пор используется в некоторых народных каких-то ансамблях. Вот. Поэтому, мне кажется, утверждать, что гобой чисто французский инструмент, несколько не совсем верно. Мне кажется, и в русской культуре, в русской музыке он великолепно вписался и очень хорошо передает национальный характер и душу русского человека. Интересный факт. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, каким образом настраивается симфонический оркестр перед концертом? Так вот. Настройка начинается с того, что именно гобой дает звук ля первой октавы, а все остальные инструменты настраиваются под него. Мария Александровна, а все-таки почему же по гобою настраивается оркестр? Гобой имеет самый ярко выраженный основной тон, ведь у нас звук состоит из множества обертонов, как известно. И вот именно у гобоя основной тон звучит ярче и чище, чем у других инструментов. Вот если взять валторну, к примеру, у нее как раз остальные обертона, которые составляют звук, превалируют над основным звуком. Поэтому у нее фиксация звука довольно проблематична. А у гобоиста, когда он играет за счет того, что еще трость довольно имеет маленькое отверстие, вот он сыграл ноту ля, и она четко попадает в строй 442, по которому уже настраиваются все остальные инструменты. Мне всегда интересовало, как извлекается звук на гобое с помощью вот этих клапанов. Их так много. Хотя бы одну ноту, вот ноту до. Какими пальцами, какой аппликатурой можно сыграть? Их тут много, но механика очень проста, так что я думаю, что вы не запутаетесь. Вот если я нажму все вот эти клапаны, которые здесь, в принципе, не так уж и много, всего 7, ну, за исключением дополнительных, получится нота до первой октавы. Вот и все. Механизм достаточно прост, так что пускай вас не пугает обилие техники, которая здесь сделана. Это все для удобства исполнителя. В каком возрасте начинают заниматься на гобое дети? Вы знаете, раньше вообще говорилось, в принципе, и мой профессор мне рассказывал, что лет 10-11 – это оптимальный вариант для того, чтобы начать заниматься. Но сейчас, чем раньше ребенок будет в состоянии держать инструмент, потому что он довольно тяжелый, вот, и держится всего лишь на одном пальце, правой руки, то есть нагрузка довольно высокая, хоть сейчас и делают специальные инструменты для маленьких детей, облегченные варианты. Чем раньше вы начнете, можно даже во втором или в третьем классе, тем лучше в конечном итоге будет. А можно задать вопрос вашей ученице? Конечно.
Юлечка, скажи, пожалуйста, почему габаисты перед началом игры облизывают трость? Там что, шоколадом помазано? Нет, шоколадом она не обмазана. Просто она не может жить без воды. Она не будет звучать, если ее все время в воде не удержать. Поэтому ее и перед выступлением всегда облизываем, чтобы в воде всегда была, чтобы мокрая была, влажная. Виолетта Модестовна, я часто смотрела ваши передачи, и я заметила, что в каждой из них вы играете дуэтом. А можно с вами сыграть дуэт Доницетти? С радостью, Юлечка, тем более, что сочетание альта и гобоя можно услышать очень редко. И только в нашей передаче. Посмотрев нашу передачу, ты найдешь хорошего педагога и начнешь осваивать искусство игры на гобое. Ну, а вы, дорогие ребята, задавайте свои вопросы и присылайте их по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Электронные письма оставляйте на сайте radostmoya.ru. Я прощаюсь с вами до следующей передачи. Желаю вам доброго здравия и творческого вдохновения. Ваша Виолетта Модестовна.